Хей-хей-хей! Всем привет, дорогие друзья! С вами Чинаски, и сегодня мы с вами продолжаем проходить хорошую пиццу. Отличную пиццу! Не забывайте ставить лайк, не забывайте подписываться на канал, ведь только благодаря вам эта игра все еще выходит, поэтому, друзья, все, так сказать, благодаря вам. Ну что ж, продолжаем. Как вы помните, в предыдущей серии мы купили анчоусы. О, а вот и соусовидец. Так, погоди, соусовидец. Сейчас я сначала посмотрю все, что я тут могу собрать. Окей, окей. Некоторые верят, что ваша пицца была предсказана соусовидцами. Я думаю, что в тебе есть что-то морское. И я хочу, чтобы ты это доказал. Морское, окей. Единственное, что вот 7.10, я не помню. 7 Разве обычно пицца стоит 7 долларов 10 центов всего лишь? Как будто бы должна стоить немножко дороже. Ну, в принципе, пофиг. Главное, что морское. Естественно, абсолютно очевидно, что из морского у меня есть только анчоусы. У меня никаких рыбных продуктов больше пока что, по крайней мере, нет. Поэтому, вот, собственно говоря, мы ее и приготовим. Плюс сегодня, конечно же, еще сделаем, я думаю, на следующий день, я имею в виду игровой день, откроем еще один подарок, почему бы и нет. Ну, и там уже посмотрим. Так, соусовидец, держи. Время не идет, все нормально, поэтому можно не спеша ему дать его. Не понял. Что ты имеешь в виду? Половина с анчоусами в океане соуса, половину... О, блин, ну это... Вот я про это и говорил, друзья, видите, в чем прикол? Я про это и говорил, что как-то слишком дешево стоит пицца, и так оно и оказалось. У него здесь особый запрос, и, видимо, нужно будет переспрашивать соусовидцев, чтобы четко все это сделать. Как видите, вот такое вот небольшое недоразумение у меня получилось. Давайте я опять все соберу по-быстрому. Ну, по крайней мере, не заставляют, так сказать... На следующий день пождать соусовиться. Просто, в общем-то, можно переиграть по-быстрому. И все нормально. Раз, два, три. Ну, так себе пицца, так себе, конечно. Но, как бы, желание соусовиться закон. И так ты меня зацепил. Я собираюсь сделать твои анчоусы настолько свежими, что они сами будут прыгать прямо из моря на твои пиццы. Оу, май, звучит вкусно. Пройдите анчоусово соусовиться. Хорошо. Так, что у нас здесь с вами все получено? Во, за задание мы получаем. И, в общем-то, что я могу сказать, друзья, мы с вами приближаемся к новогоднему плакату. Я бы хотел коробку с Амеллой, но, блин, на нее надо столько всего пройти, что я боюсь, что не успею. Так, это мы откроем в следующий день. Делюсь пиццей с моим котом. Мне половину с оливками, половину с анчоусами, с обычным красным соусом. Так, половину с оливками, половину с анчоусами, значит. Вот, конечно, здесь вот опять задание это тоже довольно-таки странно сформулировано. Я бы не догадался, причем здесь кот и оливки, так сказать. Ну, окей, раз, два, три, и анчоусы кладем. Так, надо будет сейчас ускорить, наверное, еще нашу с вами печку. Потому что для этого тоже, по-моему, есть задание все еще. Поэтому продолжаем ускорять. В принципе, тратим на это денежки, но не особо большие, поэтому, в общем-то, все норм. Я думаю, что в следующей серии купим, ребят, с вами этот, как его, соус песто, во. И поэтому, да, не забывайте ставить лайк, чтобы я как можно быстрее его купил. Луковую с анчоусами, чтобы разрушить свидание. Окей, блин, анчоусов, конечно, будет много. Вот, опять же, автоукладка анчоуса сейчас была бы просто идеальна, но, к сожалению, у меня ее нет. Луковая с анчоусами. Давайте сначала лук положим. Блин, ну, вот еще тоже немножко обидно то, что я купил вот эти скины новые, ребята. Мы все еще видели пока что только... ветчину, и то довольно редко из-за того, что анчоусовый вот этот фестиваль. То есть не ананаса... А, стоп, не ветчину. Мы только перчик видели, вот. А бекон как раз-таки ананасы, вот, они еще не... Во, вспомнил все, а то думал, что ветчина. Не-не-не, не ветчина, наоборот. Так, раз, два, три, готово. Держи, держи, уважаемый. Все, найс, идем дальше. Блин, какая же у нас уютная с вами пиццерия, конечно. Курочка по зернышку, это, по-моему, все, кроме... Да. Пшеничного теста и кукурузы. Соответственно, здесь у нас с вами большой заказ. Это дело хорошее. Это всегда приятно. Ну и опять же, самое прикольное, это то, что я могу сделать вот так вот. И теперь просто выложить все на... Непосредственно вот то, что уже выложено. Главное все сделать красиво. В принципе, офигенный заказ. Я очень люблю, когда вот просят курочку по зернышку. Еще хорошо бы 3 штуки. Это было бы вообще идеально. Это, можно сказать, за 3 пиццы целый день отработан. Но нет, вот она попросила всего лишь одну. Но тоже ничего. Так, давайте я, наверное, перчик положу в самом конце, чтобы красиво было новогодний такой заказ в честь Нового года.
Давайте анчоусы тоже кладем. Она только курицу не любит, все остальное можно положить. Так, ветчиночку тоже кладем. Блин, вот это, конечно, пицца. Я думаю, что она килограмма 2 весит, как минимум, потому что столько начинок, это, конечно, еще нужно постараться столько съесть. Баклажаны есть. Контакт готов. И перчики сверху красивенькие, вот. В форме елочки, ну вообще кайф, мне нравится. Я бы сам такую съел, опять же. Ну, только не с таким количеством начинок, наверное. О, слушай, уже закончилось. Давай еще. Готово, 53%. Мы, к сожалению, я боюсь, не успеем. Я постараюсь быстро, конечно. О, нет, наверное, не успеем, да? Успел! О, боже, вот это было жестко. Это было очень жестко. В последнюю секунду успел. Так, что ты хочешь еще? Ой. Простите, блин, я думал, я что нажал, а не... Ой, возьму полностью одетую пиццу. Что ты имеешь в виду? Полностью одетая... Ну, давай. А, вообще все, включаю, я понял. Потому что есть вот полностью одетая, а есть максимальная. Максимальная это, по-моему, до сладкого перца, а полностью одетая это вот вообще все, по ходу дела. Блин, вот как-то я там накосячил, конечно, немножко с этим... заказом каким-то таким поэтическим. Надеюсь, что это не критично. Надеюсь, что она еще придет. По-моему, она часто приходит, вот разные стихи читает, и нужно вот угадать, что она имеет в виду под своими стихами. Но, конечно, это ужас какой-то. Такие заказы, это реально самое неприятное для любого пиццамастера. Любой пиццамастер любит прямые, точные, четкие заказы, а не такие вот непонятные. Ну да, я, конечно, это моя ошибка в том числе, то, что я случайно нажал. Нет, я думал, что там написано что. Я переспрошу, но вместо этого вот. Что вышло, то вышло. Так, у меня там 59%, нужно ускориться. Успею я или нет, вопрос еще тот. Так. Давай. Быстрее. 3% осталось. Блин, я боюсь, что вряд ли, ребята. Скорее всего, вряд ли. Не успеем. Вот пару процентиков не хватило. Косяк. Мой косяк, друзья. Пискетарианский это что? Две пиццы с фруктами, грибами. Давайте я лучше возьму все подсказки. Сыр, грибы, оливки, сладкий... Так, соус. Так, сыр, соус, грибы, оливки, сладкий перец. Сыр, соус, грибы, оливки, сладкий перец. Так, сыр, соус, сыр, грибы, оливки, сладкий перец. Начнем с этого. А, на две... блин, ребят, что у меня такой косячный день? Это просто ужас. Мне еще и мышка плохо работает почему-то. Несколько раз пришлось нажать. Да что такое? Почему у меня мышка... Слушайте, у меня реально что-то с мышкой не то. Давайте вторую сразу же постараюсь сделать. Но, конечно, это все очень косипорно. У меня вот эти последние несколько заказов какие-то вообще ужасные получаются. Ой, жесть. Неприятно, очень-очень неприятно. Я еще не знаю, получится ли у меня вообще выйти в плюс сегодня. Ну, точнее, в плюс-то я, конечно, выйду. Не знаю, короче, мне все это очень не нравится. Оливки, сладкий перец, анчоусы, баклажан. Оливки, сладкий перец, анчоусы, баклажан. Так, что у меня там, 62%? Ну, слушай, еще много надо сделать. Оливки, сладкий перец. Давай быстрее. Понимаю, что сложно, но нужно. Сладкий перец, анчоусы, баклажан. И вроде бы как все, больше ничего не нужно. Сладкий перец, анчоусы. 54%, да, ребят, походу дела не успеваем. Ну, что я могу сказать? Я реально старался. Но, к сожалению, этого оказалось недостаточно. Баклажан. Я даже не знаю, нужно ли там что-то еще, ребят. Но я уже даже, наверное... Хотя, можно и посмотреть, наверное. Все равно мы уже в минус настроение ушли. Блин, ужас, просто ужас. Это реально какая-то новогодняя суматоха. Сладкий перец, начался баклажан, соус. Все. Так-то она там... да, она хорошо запечь не просила. Поэтому мы просто кладем. Ой, кошмар, просто ужасно. 40, ну я думаю, что у нее сейчас уже будет плохое настроение. Прям реально плохое. Раз, есть. Ну я не помню, на 30 что ли? Меньше 30% или меньше 35? Но я лучше не буду проверять. Держи. Круто. Без сомнения, лучшая пицца. О, ну это еще неплохой отзыв, кстати говоря. Учитывая, так сказать, все особенности того, как все это получилось.
Да, мышка меня подвела, конечно. Вот я даже сейчас поставил ее на зарядку дополнительно, потому что, мне кажется, она начала разряжаться. Ну чё, $45, кстати, неплохое количество денег так-то. Чё, базилик, что ли, купить сразу, ребят, как думаете? Спрей против насекомых по-любому покупаем. Ну, блин, даже не знаю, если честно, ну, вроде бы пройден уже анчоус, да? Вроде бы хочется сразу же перейти к следующему соусовицу. С другой стороны, у меня так мало денег останется. Давайте сегодня уже дойдем до конца, ребят, по анчоусам, так сказать. А потом уже, наверное, в следующей серии купим с вами сладкий... Чё там? Я уже даже... Базилик, во! Блин, у меня такая дизмораль, если честно, что... Ой, ладно, ничего страшного, ничего страшного. Так, хорошо. Ужас, блин, какой-то ужас, реально. Луковая пицца, давай, сейчас сделаю. Ой, надеюсь, что в этот день все будет намного лучше, потому что, конечно, да, получилось это все... Сомнительно. Так, луковая пицца. В этот раз без анчоусов. Просто луково. Я не возражаю. Лук так лук. Раз лук, два лук. Готово. Давайте сразу ускоряемся. Опять же, не особо будем тормозить. Почему бы и не сделать это, когда у нас с вами целый день еще впереди. Раз, два, три. Готово. Так, а что у нас вообще по заданиям дальше идет? Вот я так хочу посмотреть. Слушай, ну я думаю, что ускоритель печи мы сегодня получим бриллианты, хорошо. Задание, я думаю, что в следующей серии получим. А здесь нам 7 этих надо получить. Слушай, и подарок мы в следующей серии тоже откроем. Шикардос, шикардос, просто идеально. Поехали. Оливковую пиццу с луком и грибами, не вопрос. Оливковая с луком и грибами. То есть, получается, пицца с оливками, луком и грибами. Вот так лучше правильно сказать. Давай так и начнем делать. Блин, не понимаю, что у меня с мышкой, если честно, друзья. У меня из-за этого очень сильно тормозится мой прогресс. Надеюсь, сейчас все будет лучше, потому что как-то реально очень странно она у меня работает. И на сегодняшнем результате это... Точнее, на сегодняшней игре это показало свой результат. Лук и грибы. Так, давай. Лук и грибы сейчас мы с товами тоже положим. Да, как-то я косипорно разложил, но вот я говорю, для этого есть объективная причина. Обычно я раскладываю, ну, так сказать, немножечко получше. Так, давай лук. Все, готово. Ускорение есть, все нормалдес. Вроде бы как нормально. У нас 200 баксов будет, я думаю, к следующему дню. Да, конечно, раскладочка так себе получилась. Вот, так что я думаю, что вполне себе почти идеально. Спасибо. Я в курсе, расклад получился не очень. Так, не знаю, вся эта история с песто немного подозрительная. Я возьму свои анчоусы с обычным соусом для пиццы. То есть просто анчоус на пицце, не вопрос. Не вопрос. Так, соус, сыр и анчоусы. Поехали. В принципе, я думаю, что результат неплохой. В прошлом дне мы довольно неплохо заработали, там 40 с чем-то. И я думаю, что если в этом дне мы тоже заработаем около 40 с чем-то, то, ну, в принципе, нормально. Даже с учетом возврата и всего остального, ну, в целом, я думаю, что более-менее пойдет. Так, готово. У нас печка встала на стоп, но это ничего страшного. Мы ее сейчас обратно разогреем. Нормас, идем дальше, у нас еще более половины дня есть. Одну сырную пиццу, не забудьте соус, я знаю людей, что забывали соус. Хорошо, я не против. Одну обычную сырную пиццу. Так. Ну так себе заказик, конечно, не люблю я дешевые заказы, вы это прекрасно знаете. Но зато сделаем быстро ее, почему бы и нет. Платим мы за ускорение печки чуть ли не больше, чем вся эта пицца стоит. Я могу себе это позволить, друзья. В нашей киберпанк зимней пиццерии это вполне позволительно. Держи. Нормас. И как раз таки можем теперь получить вот... А нет. Так, а где 86, 16? А, вон, мы бриллианты можем получить. Найс. Сколько? 3 всего лишь? Ну, не особо много, честно говоря. 98% откладывают икру, мне нужны большие куски. Так что, случайный факт, предпочитаю анчоусы на баклажанной пицце. Ого, вот анчоусы я ожидал, а вот баклажан он как-то внезапно попросил. Ну, хорошо. Значит, баклажан и анчоус. Сейчас сделаем. Сначала давайте баклажаны положим, чтобы анчоусы как бы на них лежали красивенько. А потом уже, соответственно, рыбку. Так, готово. И рыбку кладем сверху. Да, в принципе, зимний ивент на самом деле не такой уж прям суперский. Я вот, опять же, всегда вспоминал какой-нибудь хэллоуинский ивент с Дракулой или типа того. Это всегда да, это всегда интересно. Хэллоуинский, он больше такой подарочный. Ой, этот. Новогодний, он больше такой подарочный, не особо
Ивентовый более скорее такой. Ну, больше обставить свою пиццерию. Вот. Соленый моряк. Это что? Оливково-анчоусная. Окей. Не вопрос. Оливки и анчоус. У нас уже больше 200 баксов, друзья. Ну, мы в хорошем плюсе. Мы реально в хорошем плюсе. Я доволен. Оливки и анчоус. Блин, хорошо бы, может быть, реально сделать себе автоукладку оливок еще вдобавок. Но это все стоит очень дорого. И мне, конечно, нужно сейчас сосредоточиться на новых начинках. Это все-таки в первую очередь идет. Потом уже, конечно же, пойдет и автоукладка, и все остальное. Но в первую очередь это, конечно же, начиночки. Это самое интересное. Так, готово. Раз, два, три. Отлично. Ну что ж, not bad. 2.59, шикарно. Отлично, чаевые. Идем дальше. Лук и оливки для меня не считаю соуса и сыра. Лук и оливки в печь дважды. Окей. Очень много реально оливковых пицц. Я думаю, что, может быть, это связано с анчоусами. Может быть, оливки хорошо с ними сочетаются. Но в целом их реально очень даже много. Так, оливки есть. И с луком он, по-моему, попросил. Лук и оливки, кажется. И в печь дважды, блин, а у нас печка перестала быть ускорена. Ё-моё, жики, вот это не очень хорошо. Потому что у нас и времени мало, я бы так, может быть, еще успел бы еще заказ принять. А так придется, к сожалению, наверное, это последний заказ. Ну, ничего не поделаешь. Зато $200, друзья. И, в общем-то, реально хватает на базиликус в следующий день купить спокойно. То есть у нас с вами будет уже следующий соусовидец. Поэтому, если вы его ждете, подписочка, лайк, комментарий, все, чтобы, так сказать, ролик продвинулся немножко, это все очень даже поможет, чтобы следующего соусовидца я как можно скорее пригласил. Держи, 10 из 10, шикарно, шикарно. Хотя чаевых не особо много дал, честно говоря. Ну чё, найс, что у нас тут, больше 40? 37, кстати, меньше, чем в предыдущий день, что удивительно даже. Вот, базилик мы с вами купим обязательно. Ну и все, идет. Кстати, интересно, ветчина заблокирована? У меня же открыто. Пройдите текущую пробную версию соусовица, чтобы разблокировать. Ха. У меня же есть ветчина, разве нет? Как-то странно. Ладно, ну, в любом случае, на сегодня все. Спасибо большое, что досмотрели до конца. Увидимся уже совсем скоро в новом видео. До скорой встречи и пока-пока.